Всем привет, это Вичеланд. Мы играем в игру. Она называется «Паранормальные явления и какие-то там еще буковки». Но я не помню. Но это игра из раздела «Тыкай в экран и делай умное лицо, и типа что-то получится». Вот. Ну, в названии видео, конечно, будет... Все название? Название видео, все название. Какой-то чувак бежит. Ага. Из леса выбежал. А, нет, это девушка. Паранормальные файлы. Сейчас, секунду. Да, все играет. Так. Все играет, звук идет, запись идет, это хорошо. А то записал я тут один раз на 10 минут. Оказывается, у меня видео не шло. Нет. А у них никогда не хватает букв. Экономит, наверное. Вау, тут все шевелится. Нифига себе. Так, привет, здорово. Игра. А что тут в опциях? Графика. Ну давай обычный, чтобы уж не наглеть. Вау, прям паранормально. Как в одном из фильмов ужасов, и я понимаю, что я должен уехать отсюда как можно быстрее. С другой стороны, моя мать всегда говорила мне, что я должен вести себя как джентльмен. Какая тачка-то. Крутая. Привет, я Рик Роджерс. Вас подвезти? Думаю, жуткий лес не лучший лес для ночной прогулки. Ты ее уже везешь, чурбан. О боже, она лицо повернула, как страшно. Я Эмили, я иду к своему жениху. Как она голову так повернула? Не страшно? Вперед по большей части. Я могу свернуть в сторону и подвезти вас к особняку Боку. Что? Три дня, блин. Три дня, и ты умрешь через три дня. Как логично, а? Но я оказался добрым. Зачем меня убивать? Это было странно. Это место похоже на стоянку поддержанных автомобилей. Надеюсь, надоедливого продавца здесь нет. О чем игра-то? Ты куда, чувак, ехал-то вообще? 9-4-1-3. Даунный? Да, он объездил весь мир, однако не хватает стик... А, не хватает. Три дня. А, вон та штучка, я вижу ее. Не, она нужна. Рулетка. Я взял с собой ящик с инструментами. С инструментами. Но потерял ключ. Что еще может пойти не так? Мой врач посоветовал мне все это записать. Я никогда не верил в пользу ведения дневников, однако я ему плачу за правильные советы, верно? По крайней мере, никто это не прочитает. Несколько дней назад в моей жизни все было прекрасно. Отличная работа, красивая девушка и лучший друг. Я потерял все в один день. Я как раз наконец-то решил сделать предложение своей девушке. У меня все было распланировано, и я пришел на работу в прекрасном настроении. Однако мой босс вызвал меня к себе и сказал, что я уволен. Все боссы твари. Для меня это стало неожиданным, как гром среди ясного неба. Я решил, что найду другую работу. И поехал домой. И что же я там увидел? Своего так называемого лучшего друга в постель с моей девушкой. Я прям сразу про это сейчас подумал, когда я только прочитал эту вот страничку назад. Думаю, лучший друг явно будет... Блин, я про это прям подумал, как я угадал. Лучшего друга в постели с моей девушкой. Я был совершенно раздавлен. Это такая очевидная вещь. Ай, это такая вот прям... Ай, прям вот... Как это слово-то, блин...
предсказуемо. Мне незачем было там оставаться, поэтому я собрал свои вещи и поехал к родителям. Я решил... Блин, вот она тварь все-таки, с лучшим другом. Так, ну ладно. Я решил, что мне нужно время, чтобы прийти в себя и понять, как жить дальше. Да и правильно сделал, что бросил эту... Ладно, у меня было так скверно на душе. Забей! Скверно. Ладно, сейчас, а не потом, когда дети и все такое. Ладно. Так, так, это я уже прочитал. Все, прощай. Дневник ужасный, ужасная история. Мне так грустно, чувак. А может, он свихнулся, и поэтому ему кажутся всякие женщины. Ладно, не будем догадок тут плести. Похоже, мне понадобится код. Но я его не знаю, естественно. Кто твою машину-то повредил? Только что ехал, все нормально было. Ну подумаешь, 3 дня, и женщина пропала. Так, а куда мне вот это НМ использовать? Совет. Что? А при чем тут буквы? Как мне помогут буквы? А, рулетка что ли? Ты не мог дотянуться здесь рукой? Серьезно? Ты не мог дотянуться здесь рукой? Серьезно? Я 2 раза. Ой, блин. Ой, блин, что? Что там было написано? Записку. Дорогой Норман, мне кажется, что ты провел в этой экспедиции несколько лет, хотя прошло всего несколько месяцев. Надеюсь, этот маленький подарок напомнит тебе о моей любви. С любовью, Жанет. Не говорите мне о любви. Меня только что предал мой лучший друг с моей девушкой. Не говорите мне о любви. Разряженный телефон. Теннисный мячик. Рулетка. Но думаю я, что смогу открыть. Так открой, господи. Так. Вот это ножик нам, типа. Я бы пальцем расковырял, если мне это нужно было бы. А, может рулетка? Нет. Ну тут железный вот этот кончик. Ты мог бы разрезать. Ай. И что мне с телефоном делать? Может взломать телефон? Нет. Кинуть телефон в лобовуху? Нет. Что, опять? Так я тут был. Телефон засунуть? Да блин, нет. Серьезно? А телефон не подходил. А вот мячик подошел идеально. Рукой-то, не, конечно, не достать. Умница наш, молодец. Справился. Уди-буди, иди сюда. Калифорния, водительское удостоверение, Норман Моррис, пол, цвет волос, мужской шатен. Интересно. Дай сюда, я подзаряжу свой телефон. Да иди сюда. Да блин, куда сунуть-то? Так, у нас есть зонт, так, канцелярский-то понятно. Зачем ты эту... Вот нахрена ты это барахло с собой возил? Витамины, наш чувак болеет. Или голова у него часто болит, может. Ну, понятно. Раз она ему изменила, значит они ссорились. А ссоры это плохо на организм. Голова у него болела, вот и витамин. Ну, вот эти таблетки он с собой таскает. Понятно. Ясно. Стрелять-то я умею. Без пистолета. Да убери это. Что надо еще? А, вообще-то это пауэрбанк. Да возьми эту штуку. Молодец. Волшебство. Сразу? Нифига технологий. Это надо ждать.
Это же моя попутчица, Эмили, верно? Кто это рядом с ней? Ее жених? Какой-то на ее сына похож, а не на жениха. Сбежавшая невеста. Брачный скандал? Беннет все еще ищет свою пропавшую невесту. А я ее нашел. Правда, она у меня сбежала сразу. Что-то телефон выкинул, что ли? Вот дурачок-то. Так, погоди. А, все вместе. Понятно. Ежедневные новости. Полицию вызвали на трассу 39, где пропадают люди. Блин, мы по ним ехали, значит. Число пропавших на трассе 39 увеличилось за последние годы в 3 раза. Вот этот поворот, мы вот здесь, наверное. Меня зовут Норман Моррис. Если вы смотрите это, то я, скорее всего, мертв. Однажды ночью я подобрал попутчицу, она сказала, что направляется в особняк. Мы приятно побеседовали, а потом произошло что-то странное, девушка исчезла, и я услышал по радио зловещий шепот о 3 днях. Ты умрешь через 3 дней. Ох, кто-то идет. Я нашел старую фотографию, когда искал какую-нибудь информацию об этом месте. Надеюсь, это вам поможет. Вот оно. За твоей головой то же самое. НМ Норман Моррис? Приятно познакомиться. Надеюсь, ты все еще жив. Мне сейчас очень нужен дружок. По несчастью. 7 дней. Что? Колизей? 7 дней. Херсней? Алло. Блин, я все время вспоминаю этот момент из «Очень страшки внутри». Ага. И что мне дальше? Коды-то я так и не знаю. Иди ты, как ты до этого догадался? Я бы в жизни не догадался. Матер. Что это было? Хоп-хоп. Слишком легко, да я вообще был, да, легко согласен. О боже! Бляха-муха, ты что пугаешься? Хозяйка ждет в зале. Она будет очень рада увидеть еще одного гостя. Блин, сует он свою странную морду мне в морду. А я думал, у меня проблемы. Интересно, неужели все, кто попал сюда, так же несчастны? Что там шевелилось? Квак-мака. Сна. Какой-то мох. Мох, может, должна держать. Грязь засохла, мне понадобится счет. Я не садовник, но уверен, что необходим секатор. Ой, это я нечаянно нажал. Ну это ж понятно, что туда войти надо. Ой. Совет для тупых. А что это? Тень лопнула. Что происходит? Нужно чем-то осторожно убрать острые стекляшки. Стекляшки, блин. И что? Да вот, рук, тут, блин, голову просунуть можно уже. Ну, на зонтом. Да, смотри-ка, хоть немного у него шарит голова. Я уже видел подобное. 2 маленькие птицы клюют себя с блюдца, но птиц-то нет. Ну, блин, нет, ты это правильно заметил. Ничего не получится, эмблема не завершена. Да. Давай почистим. Чисто. Аккуратно. Ой, какая красота. Так. Так, сейчас кое-что проверю.
Все ясно. А ну зайдем давай. Ага, зашли. Так легко прям. Тут нужен орел. А, вот же орел. А, еще нужно сердечко. Чего отсутствует? Это дверной молоток? Ну, наверное, типа берешь этот молоток и это. Ну да, стучишь этим молотком по двери, как вот страшное кино 2, там, где в особняк приехала Синди, и там не сердечко было, а яйца металлические. Да. Типа такой штуки нам надо. Ну-ка, погоди-ка, ну-ка, погоди-ка, ну-ка, погоди-ка. Нет? Это я? Это подошло. Ага, у нас не все. А теперь все. И что? А делать? Меняйте местами стикеры, чтобы расположить их на соответствующих позициях. Затем введите полученные цифры. Числа на замке внизу. То есть я должен знать, где страны какие находятся. В России ты где-то... Ну, и... Где они меняются? А, да, меняются. Я не пойму, просто по... Карта странная просто сама по себе. Ну, допустим. Франция где-то здесь. Это что, это я Германию взял или что? Что я взял? Египет, он вообще в жопе где-то здесь. Что-то... Так, погоди, я правильно расставил? Погоди, что это? Италия. А вообще здесь. Вот. Просто непонятно еще было. Я примерно по карте расставил, но сама карта непонятна. Где тут океаны просто? Земля и океаны, все перемешалось. Непонятно ничего. Один, два, что это? О, господи, мне когда-то, я не знаю. А! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я понял. Семерочка. Ну, как мне кажется, что вот такой, да? Так. Нам прям показано, что нужно. Как любезно с вашей стороны. Музыка так интересна. Так, они меняются еще. Гадь, что там? Какое-то ребро. Какой-то клюв птицы. Я не знаю, что это. Потом какая-то, я не знаю, червяк какой-то. И ракушка типа. Вот червяк этот и ракушка. Ну, типа. Ну, как мне кажется. А ее нету здесь? А где она? По-моему, ее вообще здесь нет. Так где я уж все прокликал? Нету ее тут-то, нету. Вот ты видишь? Я не вижу. Уже каждый предмет прокликан. Нету ее здесь. Что это? Тут даже не подписали. Уважаемый Айден Пирс, благодарим вас за щедрое пожертвование. Университет высоко ценил ваш дар артефакт, найденный во время раскопок. В скором времени в нашем музее состоится торжественное открытие выставки, и мы представим широкой общественности ваши находки. Мы надеемся, что это не последний удар. Доктор Норман от вас Моррис. Представитель Департамент истории American... Да, я понял. Но нету этой штуки, вот этой штуки нет. Я чую, эта музыка меня будет на протяжении всей игры мучить. Нету этой штуки, ну давай. Да нажимал я сюда. А еще мельче-то не могли сделать? Зачем мне это может пригодиться? Что это за фигня? Декоративный рог. Нужен он мне больно. Она его прокурила сейчас, я не понял.
Ба-да-бам. Открыто. Это хозяйка особняка или еще одна заблудшая душа, как и я? Good afternoon, добрый день, молодой человек. Я Роузен Беннет, хозяйка этого особняка. Похоже, ведьма обманула еще одну душу. Мне показалось, она больше похожа на ангела. Кто она? Я услышал по радио, что мне осталось жить всего 3 дня. И хочешь сказать, она погубила моего сына, и теперь он лежит в могиле, наш род уничтожен. Она все равно не отпускает его. В моем кабинете находится семейный альбом, молодой человек. Принеси мне его, и я расскажу свою трагическую историю. Ведь не самая лень. Ты сходи, ты же молодой. Вечная отмазка. Всех. Ты же молодой. Все хорошо с тобой. Ты же молод. Ой. Ключики ставить, наверное, надо. Вставляю. Два. Что, сломал, что ли? Что это такое? В смысле не получится? Сломал ключи. Ой, дурак-то. Ты что наделал? Не доверяйте ему больше ничего. Он дурачок. Сломал, а? Да? Ох, целый рот тут. Ага, значит. А картину повесишь, и она откроется. Но вот это вот, что вот сюда вставлять, непонятно. У вас все сломано-то. Как вы ходите-то? Я сломал. Bring me the album from the study. Сломал я. А ключик сломался. Что делать-то? Погоди, а вот это что такое? Не будь под... А, коралловый браслет. Колокольчик. Зачем? Да был я тут. А, я должен блюдце взять. О, а что я тут сделаю? Ломалось. И что? Подсказка показывает сюда. Стрелок. Надо типа пассатиж что-то. Совет показывает сюда. О, куда я попал? Что это? Цветок? Еще один надо, между прочим. Ясно, тут пока делать нечего. Воды возьми, нет. Взяли воды, я правда не знаю зачем. Оловянный солдат. Шпилька. Шпилька, что ли? Нет. А солдат мне этого куда? Кто-нибудь можно нагреть. Ну, нагрей воду. Нет. Я даже не знаю. Вау, тут прям показывает, куда надо вернуться. Красота. А и тут плоскогубцы. Да, я догадался. И тетю не получится. Все равно. Вот тебе целая связка ключей. Что тебе еще надо? То есть я должен оловянного солдатика растопить, чтобы склеить ключи? Ключ вот этот, что ли? Yes.
А? Понь. Понь. Феноменально. Так, теперь вот это сюда. Куда? Вот такого пламя, конечно, растопится. Через гипс, а еще. Да, это точно фантастика. Еще хочет силы. Я в шоке, конечно. Почему Роуз так любит темноту? Может, у нее кошачье зрение? Нужен свет, вот он заладил. Без света делать нечего. А дальше пройти можно? Нет, нет, куда там? Вот свет, только я брать не могу. А, погоди, погоди. А где мой телефон? Вот. Что это за символы? Это значит, почему они в телефоне появились? Изучите символы на стенах, а затем поверните диск, пока не... Покажется соответствующий символ, нажмите на стрелки, чтобы не сказать. Что за чушь вообще? Что за хрень? Баба голая какая-то была. Так. Что за ерунда, вообще не понимаю. Мужику холодно. Накинуть на него надо будет что-нибудь. Что я делаю вообще? Лапу бери. А, вон чего. Понял. Символы появляются какие-то. Наверное, что-то бахнули просто. Несвежего. Вот у нас, нас и колбасит. Ворона какая-то, чашка. Это ворона, чашка. Хотя это, наверное. Возможно. Сердечко. Я долго бродить-то буду тут. Кошка и Бэтмен. Красиво сыграно. Hey, buddy. Эй, приятель, очнись. Ты что-то бормочешь уже почти 5 минут. Слышишь меня? I'm fine. Да, я в порядке, это было всего лишь странная иллюзия. Хорошо, что не злые клоуны. Ох, парень, не пугай меня. Нужно включить свет, тогда мы сможем поговорить. Ты знаешь, где переключатель? В темноте-то не болтается. Для начала нужно осветить это место. Осветить? Ладно, шутить не буду. Предохранители. Угу. Что? Опять это? А, вон же. Меня зовут Норман Моррис, я профессор в Калифорнийском университете. Я возвращался из экспедиции домой, я попал сюда, тыры-пыры, уже несколько часов я хожу вокруг этого особняка. А ты кто? Это познакомиться, Норман. Я Рик. Похоже, мы друзья по несчастью. Тебе тоже осталось жить всего 3 дня. В этом-то все и дело. Я потратил немало времени на полицию, гадалка ведьм. Никто не помог мне, поэтому я и пришел к этому особняку. Мое время заканчивается, осталось всего полчаса в любом случае. Стоит продолжать здесь ошиваться.
По крайней мере, я не одинок, и надеюсь, что смогу помочь ему до того, как его время закончится. Что это? Кошелек. А вот эти штучки у тебя нету? Нельзя медлить. Пора сыграть музыку. Не уверен, что понимаю, как это открыть. Дорогая мама, я не раз тебе говорил, не мучай себя. Не нужно так сильно обо мне беспокоиться. Мое обучение окончено, и я вернусь домой на следующей неделе. Мне для тебя замечательная новость. Я женюсь. Мою избранницу зовут Эмили Майер. И я приеду домой вместе с ней. Твой любящий сын Николас. Это я возьму с собой. Черт. О боже, время прошло. 3 дня. Да хватит меня подкалывать, понял я про 3 дня. Подколы эти. Ой, что это у вас упало? Что упало? 3 дня упало. Эти шуточки. Куча барахла. Куда это все девать? Вообще не знаю. Книга какая-то вставляется сюда. Пошел я отсюда. А я и выйти отсюда не могу. Самолеты какие-то, полеты. А, я могу выйти отсюда. Так, книга, ой, это картина. Ага. И что? А, еще одна картина. Погоди, у меня столько всего, я не пойму, куда это все девать. А, самолет. Это долото. Угу. Зачем мне долото? Долотить буду что-нибудь. Долото? Нет. А, секатор. Найдем цветочки, найдем цветочки. А, вот это, колокольчик какой-то. А кто это у нас тут маленький такой прячется? Фигурка ребенка, карапуза. Здесь кто-то что-то закопал. Ну на, нет? Пальцем поковыряйся. Ой. Bring me the album Bring from the pen. Study. А женщины у меня нет. О, женщина. А, я понял. Ну, понятно, да. Вот так сил не хватает, а вот с долотом-то капец, Геракл просто. Что это я понабрал? Чернильница, половина клоун. Так, куда же надо было вставлять клоуна? Не знай. Клоун, клоун, клоун. Клоун. Хм.
улице. А, точно, я помню, где-то что-то вроде, ну, про эту локацию вообще забыл. Это же маленький дражный клоун. Да, а чего тут может не хватать? Колокольчик? Нет. Даже не знаю, что может тут не хватать. Без понятия. Лопаточка. Куда мне ее применить? Куда эту лопаточку? Тут же закопано было, точно. Ну вот и кости. Это что-то надо вставить. Вот сбоку выковырей. Плитки. У нас есть все плитки зато. А куда эти плитки вставлять, я тоже не помню. Эти плитки вставлять. Даже не помню такого места, куда плитки-то можно было вставлять. А туда про... Так-то просто, вот тебе еще. И спрятаны они. Еще больше спрятаны. То есть не так просто их заметить. Бери. Не стесняйся, дурачок. Молодец. Это же ворон! Не балуй, иди отсюда. Этот ворон у окна. Это знак, смерть придет за мной. Я так много всего не сделал. У меня было столько планов. Прости меня, Жанет. Ай, Жанет, прости меня. Когда меня не станет, ты должен... Так трудно говорить, просто не сдавайся, чувак. Я так устал, но... Но я встречу смерть лицом к лицу. Что, застрелиться хочешь? Я не разрешаю. Если бы я был Том Круз, а я был Роуз, тогда бы я спрятал свой семейный фотоальбом. Ружье схватил. I feel so powerless. Опусти ружье. Ты сам себя пристрелишь, дурак. Это просто так. Про три дня. Доктор Ридли. Мы с вами не раз обсуждали нездоровую привязанность моего сына к его невесте. И вот Эмили бросила моего мальчика, как я и предполагала. Николас совершенно опустошен. Хотя мне нелегко это признать. Ему сейчас нужна не только моя любовь, но и поддержка. Вы всемирно известный психиатр, и я надеюсь, что вы сможете исцелить Николаса. Понятно. Чернильница. Надо как-то открыть вот эту штуку, но как открыть ее, я вот не знаю. Так. О, картина. Не знаю, нам нужен диск, наверное, чтобы проверить эту.
разорвана. Вот это, наверное, сюда. Здесь, наверное, дневник, это вот альбом. Альбом-бум-бум. Так, пойдем. Это что такое? А, неважно. Неважно. Сюда. Это, наверное, сюда. Это, наверное, сюда. Это... Сейчас разберемся. Ага, это сюда. И готово. Шишка? Еловая, что? На елку? Часовая гиря. О, часовая гиря. Прошли эти времена. И алмаз. Алмаз эти, я, кажется, догадываюсь, куда. Нет, а это? Нет? Это же часы. Нет? Странно. Ну-ка. Ну, я не знаю тогда. Колокольчик, мне просто такие вещи, которые я не пойму, куда здесь применять. Ну, это я не собрал еще. Мой дорогой Николас, мне жаль, что нам пришлось расстаться, но я обещаю, что это ненадолго. Я с нетерпением считаю дни до нашей свадьбы. Твоя невеста Эмили. По скрипту. Небольшой подарок для тебя, осталось одна неделя. О, птичка. Ой, другая птичка. Перо и бумага. Цепочка, это надо тоже комбинировать надо. Угу. Вот теперь, наверное, к часам надо пойти. Нет. Что нет? А, это надо открыть. Только потом. Ясно. Опять что-то тут не сделали. А что тут? А что тут я не сделал? Чем я разобью? Я даже не знаю, чем мне разбить. Хм, а чем? Ох, не знаю, чем разбить. I feel so powerless. Нет сил, прими вот это. I feel so powerless. Да уйди. Да. О, монетка. Как я ее не заметил раньше. Не заметил монет. Стыд. Готово. Ага. Во, у нас все собрано. Вот теперь все собрано. Это, наверное, все. А? Картинка не маленькая. Маленькая, но не сложная. Ой, какая музыка-то красивая. Ого, тут сколько элементов.
Пути-пути-пум-пам-пом. Пути-пура-пура-пум-пим-пом. Так, отлично. Какая большая картина. А? Так, отсюда. Да, картина большущая. Очень большая. Ну, почти. Почти готово. Красавцы мы какие. Ой. Чё ты тут хлябаешь? А, какой-то кот. I feel so powerless. Помог бы мне лучше, ученый. У меня нет сил. Что же делать? Так, и что я тут накорябал? Для чего этот код? Я даже не находил места, по-моему, где код набирать. Здесь? Да. Ого. Я должен вот такой символ составить тут. Фига себе. Похоже. Похоже. О боже, вот это задание. А, все, это я набрал. Ага. Теперь, значит, палк-так. Так, это точно. Угу. Второй есть. Третий есть. Ого, четвертый вообще непонятная мазня. Похоже. Похоже. Готово. Фу. Мы молодцы. Что такое? Ворон мстит. Уже 3 дня прошли. Норман! Норман, неужели так и судьба ждет и меня через эти 3 дня? Ну да, нам каюк. Да куда ты, войди? Он мертв, у меня еще теплилась надежда, что все это лишь злая шутка, но теперь-то я уверен, я следующее ружье ты возьму с собой. Это, наверное, какой-нибудь местный псюн этого особняка, но мы просто попали. И должно быть, Николас Роуз обвиняет Эмили в том, что у нее такая трагическая судьба. Значит, моя попутница Эмили, а рядом с ней сын Роуз.
Сын Роуз. Bring me the album from the study. Вот на, забирай. Этот альбом освежил мои воспоминания. Она появилась здесь вместе с Николасом. Я приняла ее в свой дом. Любовь матери сейчас была. Николас, мой сын, решил жениться на ней. Она бросила его прямо перед свадьбой и разбила ему сердце. Теперь ее дух бродит здесь и убивает путешественников. Вот возьми. Открой тайник в моем кабинете. Там ты найдешь доказательства коварности девушки. Ну вообще-то тень была мужская. Мужика убил мужик вообще-то. Ну как я понял. Там женщиной даже не пахло. Николас, мой мальчик, то, что ты увидишь сейчас, будет неприятнее для тебя. Потребовалось немало времени, чтобы найти доказательства. А что мне тут делать? Доказательства. А любимый муж и твой отец Дэниел Баннет умер, когда ты был еще младенцем. Мы с тобой остались одни в этом безжалостном мире. Что я должен найти, да? Младенцем выделено. Младенцем. Я должен найти младенца. Не вижу здесь младенца. Вот типа девочка. Этот младенец. Пипетки какие-то. Я старалась воспитать тебя в лучших традициях нашей благородной семьи. Ты был хорошим мальчиком и любил чтение больше всего. Ты стал утешением моего сердца. Чтение. Книга. У тебя было все. Образование, путешествия, слуги. Я надеялась, что в университете ты найдешь себе в жены достойную девушку из хорошей семьи. Путешествия. Представь мое удивление, когда я получил от тебя телеграмму, которая сообщала, что ты возвращаешься домой с небес. Тебе всего лишь 23. Зачем жениться так рано? Я с ужасом ждала вашего появления. Как только эта девушка переступила порог нашего дома, я сразу же все поняла. Единственное, что ей нужно, это деньги, которые наша семья с таким трудом заработала. Я знаю, какова истинна сущность этой драгоценной Эмили Майер, сирота без пени в кармане. Через некоторое время после ее приезда я заметила, что у нас стали пропадать семейные драгоценности и столовое серебро. А это конфетки. Наш садовник видел, как она воровала, а затем передала все украденное своему сообщнику, который, несомненно, является ее любимчиком-любовником. Видел? Что я должен найти? Видел. Найди мне видел. А, видел. Да, Николас, я уверена, ей нужна твоя любовь, и она не станет твоим счастьем. А, не нужна. Ей нужны только твои денежки. Любовь. Все красное, как вот сердечко.
Теперь ты знаешь все, мой дорогой сынок. Я сорвала маску с Элли, с лица Эмили. Эта девушка тебе не подходит. Взываю к твоему разуму. Расстанься с ней, пока она нас не погубила. Маску. Хорошо, это может мне пригодиться. Ты что творишь? Мистер Беннет, я Регнет информацию этого сына Николаса Беннета. Твоего сына. Думаю, она не могла смириться с тем, что случилось. Лучше убедиться, что с ней все в порядке. Мы убедимся обязательно, но уже в следующей серии. Это был Виджилант. Надеюсь, вам понравилось и игра была интересная вместе со мной. Обязательно продолжим в следующей серии и узнаем, что там да как. Жива ли старушка, не наделала ли что она с собой. Всего хорошего, всем пока.